В этом видеоролике мы залутаем 13 сундуков в расколотом мире Руины Гнева. На момент открытия сундуков прокачка путеводного компаса выглядела следующим образом. Проникнув за завесу, ты делаешь еще один шаг к победе. И твоей, и моей. Для того, чтобы начать открывать сундуки, нужно активировать и зачистить первый маяк, после чего мы сможем открыть 4 сундука. Для доступа к следующим сундукам нужно активировать и зачистить второй маяк.
До следующего сундука я доберусь с помощью верхней солнечной ульты Варлока. Внимание, добраться до 12 и 13 сундука новичкам будет невероятно сложно. Тем временем мы движемся в направлении к первому маяку. Для того, чтобы добраться до 12 и 13 сундука, мне понадобится экзотический гранатомет «Хватка спасения». Отправляемся в Затекстурье. На Варлоке я поставил прыжок «Управляемый полет». Стазисный гранатомет «Хватка спасения». Забраться наверх было невероятно сложно, но все же у меня это получилось. Даниил забрался наверх, играя за класс Титана, я играя за класс Варлока.